На конкурс дети читают стихи. Михайлова Юлия, 15 лет, Ульяновская область, Сурский район, село Лава. Сергей Есенин. Не ветры осыпают пущи, не ветры осыпают пущи, не листопад платит холмы, с голубизны незримой кущи струятся звездные псалмы. Я вижу в росеньчном платье на великокрылых облаках идет возлюбленная матерь с пречистым сыном на руках. Она несет для мира снова распять воскресшего Христа. Ходи, мой сын, живи без крова, зарюй и полни у куста. И в каждом страннике убогом я вызнавать пойду с тоской, не помазуемый ли Богом стучит берестяной крюкой. И, может быть, пройду я мимо и не замечу в тайный час, что в елях крылья херувима, а под пеньком голодный спас.